что отцом казахского народа был казах. Хонагасы. Так, давай, подожди, потом посмотришь. Казах. Он у нас был очень богатым человеком. У него, как вы видите, было 3 сыновей. Однажды он решил поделить свое богатство на 4 части и оставил 3 из них своим сыновьям. А четвертую, чтобы они дома встречали гостей. Разделил, так сказать, поровну. Хонагасы. Казахи издревле верили, что когда домой приходит гость, с ним приходит и добрая воля домой. И всегда старались их встречать на самом высшем уровне. Аустью. Есть обычай, когда домой приходит гость, ему накрывают дастархан. Это стол, куда, получается, кладут все самое вкусное, воду, так, мясо, хлеб и так далее. Если даже гость пришел на 5 минут, он должен отведать из этого стола что-нибудь. Этот обычай до сих пор у нас существует. Хонат-кади. Смотрите, у нас гость, когда приходит домой, к хозяину дома, он должен сыграть на музыкальном инструменте или спеть песню, чтобы застолье было очень веселым, так сказать. Ерулек. Казахи всегда старались помогать своим новым соседам. Как видите, здесь у нас хозяин дома делится дровами с его соседом новым. И водой, как видите здесь. Атмагазим Шабанджабу. Атмагазим Шабанджабу. Это у нас обычай, когда дорогому гостю дарится верхняя одежда. Называется чапан. Это такое же пальто, но с узорами. Бель-кутерер. Казахи, казахская молодежь, так сказать, в древние времена всегда старалась все самое вкусное и мягкое давать пожилым людям. Они так показывали свое уважение и почтение старшему поколению. Халау. Очень интересный обычай, но его сейчас уже нету. Главный смысл в том, что гость может выбрать одну вещь в доме хозяина. Это может быть ковер, это может быть лошадь, может быть любая вещь. И он, хозяин, должен ее подарить. Так, сартет. И в конце, так сказать, гость погостил, ему надо домой. Ему на дорогу собирают сумку, где будет еда, чтобы он благополучно доехал до своего дома. Да, хорошо, это область Синагасипирса, традиции и обычаи казахского народа. Дальше пройдите, сейчас вы узнаете легенды. Зажимай. Да, без проблем.
Давай, на кого-то тебя потрогай.